У нас в студии игрок команды «Авангард» Антон Горячев, игрок также сборной России, чемпион мира, чемпион Европы, обладатель всех всевозможных титулов, какие только можете себе представить. Антон, вот с коллегой Дмитрием Ребрышовым хотим у тебя поинтересоваться, легко ли далась победа над Ивановской Викторией и как сравнишь этот матч со вчерашней игрой против Сенегала? Ну, сегодня было потяжелее. Ивану более команда как играющая. Сенегал вчера как бы вообще никакой игры не показал для меня. С Ивановым было в первом тайме тяжело. Ну, ходили к этой команде настроено. Первый гол хорошо забили мы, потому что как бы у них атаки были. Ну а потом они уже побежали вперед и второй гол получили. Из-за этого как бы нам уже спокойнее было играть, доигрывать и третий гол забивать. Как думаешь, сможет Иванова из группы выйти? Да, ну я думаю, да. Сколько у них? А, у них ничья. Вообще, не знаю. Смотря как мы завтра сыграем. Если мы больше 3-0 выиграем, то, скорее всего, могут, если они больше Сенегала забьют, чем завтрашний соперник наш. По ходу встречи уверен, что ты заметил то, что сделал Максим Бунтов, да, проверил в домик, а ты являешься, вот по нашему общему признанию, автором самого красивого финта прошлого турнира, да, прошлогоднего, когда ты между проверил. Ну, с Ивановым не удалось, планируешь еще в домик кому-то проверить? Это главная задача моя. Важнее, чем победы, голы, там, это ерунда, надо в дом проверить, да? На одном уровне. Да не, ну, конечно, победа это важнее, а так для красоты футбола это тоже немаловажно. Между в доме кому-нибудь сунуть. Ты я слышал, что из профессионального мини-футбола, вот это правильно? Да. Тренер как вообще относился к таким вот финтам? Я уверен, что ты за свою карьеру много раз это проделывал, этот финт, да? Ну, главное не на своей зоне это делать. Там... А так в атаке не запрещено, да? Ну, в атаке, если для атаки помогает, то, я думаю, ничего страшного, тренер ничего плохого не скажет. Вот скажи, пожалуйста, сегодня мы видели «Авангард» против Иванова, против серьезного довольно-таки соперника. На сколько процентов сейчас готов «Авангард», да и на сколько процентов вы играли, да? То есть, и был ли какой-то еще резерв, запас сил? Ну, пока, я думаю, мы процентов на 70-80 выложились, потому что пока к полю привыкаем, тяжело, мячик дробит. На самом деле тяжеловато пока что. Когда вот сейчас привыкнем, ну, главное в группе сейчас выйти из группы, мы уже как бы 100%, скорее всего, выходим. И думаю, в завтрашней игре еще будет больше времени привыкнуть. Тогда уже будем на все 100 выкладываться в плей-оффе. А как, кстати, себя чувствуете в плане физики? Все-таки турнир скоротечный, много матчей за короткий отрезок. Вот в плане физики успеваете восстановиться? Ну, у нас много замен, по 10-15 минут, физики у нас хватает на это. Нормально. Физически мы готовы. И, конечно же, хотелось спросить про Сенегал. Вот какое впечатление они оставили? Все-таки это иностранцы, да, и к ним приковано обычно повышенное внимание. Кстати, они вот сейчас за нашими спинами играют против гранд-форварда. Ну, они физически очень хорошо готовы, но в плане футбольного они мне не нравятся. Мне не понравилось, когда вчера с ними играл. На самом деле, в стыке они очень сильно идут. Можно было вчера и поломаться. Ну, а так, не знаю, по игре мне не нравится. А, кстати, о травмах. Сегодня Эдуард Уразаков доставалось ему. Несколько раз он шел в такие довольно-таки стыковые единоборства. Как его здоровье? Удалось пару слов, может быть, перекинуться? Да, у него все хорошо, он железный. Все нормально. Завтра сыграет все. Максим, хотел и тебе тоже вопрос задать. Ты комментировал матч «Авангарда». Какое на тебя впечатление произвела эта команда? Ну... На меня «Авангард» произвел, как обычно, такое сильное впечатление. Вот раскрою секрет, что я болею за «Авангард», мне очень нравится. Да, вот сегодня не все, кстати, досчитались футболистов, да, вот Беляков, да. У вас фамилия у меня вылетела из головы. Такой с прической хороший у вас футболист. Деменков, не Беляков, да, конечно, Деменков. Сегодня что-то я его не видел, он участвует в КФЛ 2019? Не участвует. Что, неужели не проходит по уровню? Не проходит, просто у него, наверное, травма. Не знаю, я не созванивался с ним еще. Ну, тем не менее, даже несмотря на его отсутствие, впечатление очень серьезное. И, кстати, вот в атаке вы всегда сильно играете. Сегодня я бы против Иванова отметил, что вы очень здорово в обороне действовали. Может быть, Костенко вас попросил на ноль отыграть, там, отстоять? Потому что блокировались удары, даже до Костенко порой не доходили. Да, я даже не знаю. Мы в обороне как смогли, так и сыграли. У нас хорошие защитники. В конце только подрасслабились, на самом деле. Нам в раздевалке за это Андрей Клинин пиханул. А так, ну, он просто счет позволял, как бы мы уже на смотрели, видели, что 2 минуты оставалось, за это вот расслабились. В
плей-офф такого уже не будет. Ну, в общем, игра с Ивановым, как квинтэссенция, да, оставила сильное впечатление и в плане атакующих действий, и в плане оборонительных. Что ж, желаем вам удачи и показывать такой же уровень. Если уж 20% у вас еще есть в резерве, то желаем проявить по максимуму. Удачи, Антон. Спасибо.